привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня вот такой влог, я приехала в Талон Мажор. Талон Мажор находится в нашем городе, реснички, татуаж, бла-бла-бла, вот надпись. Мы открылись. И, конечно же, давайте посмотрим, что внутри, потому что это очень интересно. Вот, вот такой красивый. Вот. Кстати, я была в Иркутске, там тоже вот эта тема города. Кстати, что у нас напротив? Напротив у нас БСМП недалеко. В общем, это вот этот район. И вот, конечно же, что меня сюда привело. Посмотрите, девочки, какая красота. Все. Можно оставаться просто здесь жить. И нюхать, вдыхать, внимать и понимать. Вот такой салончик он небольшой, очень милый. И вот у нас продолжение темы. Ангарчане, берите на заметку, где, кто, что, чего, кого и как. А что вот в этих вот коробочках наверху? Это бигуди. А, это бигуди. А сколько они стоят? Там разные цены. Короткие бигуди. 250 рублей, длинные. 500. По-моему, это дешевле даже, чем на Таобао. Ну, потому что юань растет, девочки и мальчики. Ну и, конечно же, вот она наша тема. То есть, ради чего я сюда пришла. Я же обещала вам, что мы будем об этом говорить. Кстати, я начала тему очень интересную про магазин на букву L. Там развлекаются девчонки. Сейчас мы их... Здравствуйте, девочки. Такие скромные, скромные девчули. В общем, так. Вот это я беру на обзорчик. Разумеется, Шанель. Вот такая красота. В общем, я на свой вкус ориентировалась. Мы будем разыгрывать эти ароматы в социальных сетях. Вот. Ну и, конечно же, что я могу сказать? Я уже просто вот по первому впечатлению, то, что я зашла, и ароматы, все. Я сюда буду ходить постоянно. Просто всегда.